Лиза бывала у меня здесь в мастерской, я бывал у них, естественно, в фонде. Мы не были близкие друзья, но были очень хорошие, добрые соседи. Здесь было море цветов, и волей-неволей вот моя мастерская стала таким пунктом, куда приходили люди, ставили свечи, и по сей день вы можете их видеть. Возлагали цветы, здесь очень много фотографий доктора Лизы. Она была, конечно, уникальный человек. Она занималась своим делом, наверное, самым благородным делом в мире. Ее энергией, ее работой, ее энтузиазмом были спасены многие жизни, в том числе жизни детей. Не была, так скажем, государственным чиновником. И все, что она делала, это было дело ее эмоций, ее энергии, ее понимания жизни. И, конечно, вот лучшая память о ней – это спасенные дети, спасенные люди. Ну и, наверное, продолжение работы ее фонда. Ну, а поскольку я все-таки связан, так скажем, с реальной мемориальной скульптурой, мне кажется, что все равно какая-то добрая доска с добрым текстом, наверное, должна была бы быть на этом доме, если такого рода решение будет. Я с удовольствием и с большим, так сказать, чувством эту доску, так сказать, сделаю.